меня всегда тянуло сделать что-то народное, белорусское. Но я все не могла определиться с тем, что мне сотворить. Делюсь с миром своим творческим процессом и приглашаю в мир Лада и любви. Я решила сделать белорусскую куклу-оберег «Любовь». Основа куклы – это скрутка с палочкой внутри. В этом я вижу семью, поддержку рода. Изначально кукла была в светлых тонах с вышивкой. Без вышивки – никак. Всем известно, какой силой и мудростью она обладает. Семья – это всегда двое, потому что двое – это одно целое. Хозяин и хозяйка. Хозяин – огонь, хозяюшка – вода. Она мягкая, текучая, одаривающая, созидающая, мудрая, живая. Только хозяюшка знает, что необходимо для ее семьи. Только она создает условия для ее семьи. Она наполнена. Символический предмет у куколки – чаша. Всю жизнь хозяюшка несет любовь, не пролив ни капли. Ну и, конечно, сам процесс. Почему кукла не шьется, а скручивается, не подшиваются края? По традиции, кукла-любовь избавляла от плохой энергетики в доме. Например, после семейной ссоры женщина распахивала окна, двери, брала в руки куклу и, используя чашу, мирила поссорившихся. И в доме снова царили мир и согласие. Живите в мире и радости!